студия «Ночное такси», телеканал «Ночное такси» на YouTube, интернет-радио «Шансон-24» представляют 21-й фестиваль Аркадия Северного в Санкт-Петербурге 14 апреля, музыкальный клуб А2, фестиваль настоящего шансона по-русски. Для вас работают ансамбль «Братья Жемчужного», Андрей Егоров, Владимир Черняков, Вася Пряников, Сергей Порощук и группа «НЭП», ансамбль «Ля Минор», Ирина Емирова, Андрей Барбуцкий, Евгений Любимцев, Елена Бакурова, Татьяна Лист, Дмитрий Триляковский, Татьяна Волкова и многие другие интересные музыканты, поющие для вас актуальную русскую песню. Санкт-Петербург, музыкальный клуб А2, проспект Медиков, дом 3, 14 апреля, начало в 12 часов, вход свободный. Справки и заказ билетов на сайте клуба А2. Телефон клуба плюс 7 812 333 0379 для зрителей старше 16 лет.